грамотная упаковка, она делает стоимость целевого действия дешевле. На этот раз в школе СММ, организованной информационным агентством «Пенза-пресс», изучают, как упаковать профиль в Инстаграм. То есть создать его яркое описание, аватарку и саму концепцию странички. Ведь именно в этой социальной сети можно показать товар лицом. Спикер Надежда Андреева в такой молодой профессии 2 года. С аудиторией соратников вживую из-за пандемии не работала около 1,5 лет. Поэтому встреча в студии медиахолдинга «Экспресс» для нее, конечно, волнительна. Для меня это очень необычно, потому что я привыкла через социальные сети общаться, а здесь вот так вот вживую. Конечно, это интересно. В школе СММ 15 участников, которые уже прослушали 3 лекции. По условиям проекта, после каждой из них они выполняют практическое задание. За успехом организаторы следят в первую очередь онлайн. Начиная со следующей недели у нас будет уходить по 2 участника из проекта, но лекции они смогут посещать все до конца. То есть абсолютно каждый из участников сможет закончить наш проект школы СММ. Проект в общей сложности продлится 2 месяца, в конце останутся 3 самых сильных участника. А пока будущие СММ-специалисты получили очередное задание. Как они с ним справятся, могут оценить читатели «Пенза-пресс». Все работы организаторы выставят на голосование на странице информационного агентства.